представим вам нашего нового фитнес-инструктора. Рады приветствовать. Вадим Гордейчик у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Вадим, покажите нам зарядку, что нам нужно делать. Сегодня хочу потренировать с вами плечи. Сделаем упражнение на плечи. Значит, первое упражнение, оно такое более разминочное, это вращение рук в плечевом суставе. Вручали вперед, назад. Вперед, назад. Следующее упражнение мы сделаем с гантелями. Это упражнение на вращатели плеча. Ставим руки вот так и вот таким движением тренируем вращатели плеча, чтобы они были крепкие и наше плечо не травмировалось. А если дома нет гантелей, можно брать бутылки с водой? Бутылки с водой даже будет много, потому что здесь нужен маленький вес и большое количество повторений на 25. А наши зрительницы-дачницы, кстати, сейчас спросят, а вот на кой мне сгодится это упражнение на грядках, на даче? Бывает, у людей плечо болит. Поднял где-то руку и болит. Это именно вращатели плеча. И вот это упражнение, оно укрепляет именно вот эти вращатели плеча. Так что очень полезное упражнение. Закончили. Следующее упражнение – это базовое упражнение на плечи, жим гантелей стоя. Угу. Исходное положение, спинка ровная, жмем вверх. Вот я когда смотрю, как наш фитнес-инструктор делает зарядку, меня подмывает сделать вот прямо сейчас ее. Но когда я возвращаюсь домой, понимаю, что в следующий раз сделаем вместе. За язык тебя никто не тянул. Вадим, слушайте, это упражнение и для девочек, и для мужчин? Да, да. Для девочек оно формирует просто красивое плечико, а для мужчин наращивает массу. Очень красивое. А для мужчин очень красивое плечико. Разную массу брать, правильно? Да, разный вес. Девочкам поменьше, мужчинам побольше. Последнее упражнение. Упражнение тоже на плечи. Это подъемы гантелей через стороны. Поднимаем медленно, вверху пауза, опускаем. Вот знаешь, Глеб, могу тебе сказать, что наша сегодняшняя зарядка никак не пройдет мимо наших телезрителей, потому что у нас такой серьезный фитнес-инструктор. Вот на него смотришь и прям понимаешь, что нет, слабиночку не дашь, да, себе. Надо идти делать никак зарядку. Этим утром, да, обязан выполнять все, да, что тебе сказали. Не спрыгнешь. Я же не просто так говорю, вы же не видите наших телезрителей, дорогие, а у нас там за кадром операторы. На этом мы закончим нашу зарядочку. От страха. Спасибо огромное, это было замечательно. Вадим Гордейчик был сегодня у нас в студии, дорогие друзья, наш фитнес-инструктор, мы с ним прощаемся.